Elə bilməsinlər ki, biz daim bunlардан сүйх тәлеп edəcəyik. Пусть они не думают, что мы постоянно будем требовать от них мира. Мы просто предлагаем это во имя будущего региона и во имя сведения к нулю риска войны. Повторяю, если Армения не готова к этому, то этого не будет. Что же будет? Ничего. Что мы потеряем? Ничего не потеряем. Ни сегодня, ни завтра. Может быть, наоборот. Но потерявшей страной будет Армения. На фоне активизации работы трехсторонней межправительственной комиссии на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении можно считать провокационным шагом расплывчатые заявления министра иностранных дел Арарата Мирзояна, чья репутация запятнана в общественном мнении Армении, а также секретаря Совета безопасности Армена Григоряна. Заявление Григоряна о том, что нужно найти решение карабахской проблемы путем переговоров и политических механизмов и в рамках тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ для подготовки мирного соглашения, свидетельствует, что находящиеся у власти в Армении во главе с Николом Пашиняном до сих пор плохо понимает новую геополитическую конфигурацию. В то время, когда карабахский конфликт остался в прошлом, и Минская группа ОБСЕ должна в адекватной форме сосредоточить свою миссию на постконфликтном строительстве, подобные заявления также препятствуют выполнение сочинских и брюссельских договоренностей. Дальнейшую деятельность Минской группы президент Азербайджана видит в следующем. Я могу сказать, чем они не должны заниматься. Они не должны заниматься Нагорно-Карабахским конфликтом, так как этот конфликт урегулирован. Мы вместо них разрешили данный вопрос. Считаю, что причина того, почему их не видно, вытекает отсюда. Потому что, как бы им ни было трудно, они должны принять эту новую реальность. Они должны знать, что после этого они не будут заниматься карабахским вопросом, потому что мы не допустим этого. Мы являлись одной из сторон данного конфликта. Если одна из сторон говорит, что конфликт урегулирован, значит, здесь нет нужды в посредничестве, и наша позиция доведена до них. Помощник президента, заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью журналистам также заявил, что Армения должна оценить сложившиеся в регионе новые геополитические реалии и сделать из этого выводы. Продолжение процесса мирных переговоров и достижение результата – единственный выход из общего кризиса, в котором оказалась побежденная Армения. Однако синхронные с реваншистами заявления представителей власти, мобилизация на государственные посты в администрации людей из групп манкуртов с больным воображением ставят под сомнение конструктивный подход в ближайшее время к региональным вопросам. Эльнур Хаджалыев, Гюляр Хатамова, новости АСТВ.